Ой, как он в Москве ведь прям при всем народе умер. Вот как пришлось. Такое собрание было. Всех собрали. И вот на тебе. И там чего случилось, и он умер. Да, вот так вот. И жуй. Родилась-то ты где? Родилась-то я в деревне своей, Яковлевке. Еще тогда у нас вся семья дома была. И отец был, и все. А вот уж потом тут начали, кто куда и кто зачем. И пошло, и разъединялись, и кто туда уехал, кто сюда, тут подросли, тут работать кто начал, кто чего, и пошло, и пошло. И разъехались все. А вот сейчас и никого нету. Одна осталась? Одна осталась. Никого у тебя нет сейчас, да? Нет. И порадоваться не с кем, и поделиться не с кем. И вот так вот. Ну сейчас ты одна живешь? Ну, вот только с собой. Вот такая, сынок, и жизнь. Эй! Говорят, ведь жизнь прожить не поле перейти, это так. О. Ну а ты немецкий-то знаешь? Кого? Стихи немецкие знаешь, говорят. Как? Про немецкие стихи знаешь. По-немецки? Да. Schon der Führer, Gott doch wieder, lieben Führer, Gott doch weiß, wie Gott blumen, auf wieder, schon geht wieder, denn du bald. Вот тебе идти, ну, эти стихотворения. Всю жизнь знала и знаю. Ну вот так здорово. Ну ладно, давайте, дорогие друзья.